Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас на видеообзоре сорт роза Ани Дюпрей. Вот такая желтая нарядная красавица. Данная роза является шрабом. Цветет очень обильно, продолжительно все лето. Она у нас достигает высотой 1–1,20 м. Цветет повторно. Зимует у нас в городе Футеже без укрытия. Ну, уже, конечно, часть цветочков отцвели. Высажен у нас 2 кустика. Тут розы у нас очень плотно посажены, потому что места мало. Вот такая красотка. Хорошая устойчивость к заболеваниям. Листва глянцевая. Ну, естественно, профилактические обработки обязательные. Зимовала без укрытия. Два кустика у нас. Ани Дюпрей. Роза ароматная. Цветочки среднего размера. Какие-то уже отцвели. Какие-то еще цветут. Какие-то зацветают. Всем розочку эту рекомендую. Спасибо за то, что подписываете наш канал, ставите лайки. До свидания, до новых встреч.